Энергия стрит-арта. Сегодня в Кирове завершился проект «Стены смыслов». На еще одном доме появилось большое военное граффити. В Нововятском районе на торец пятиэтажки нанесли рисунок легендарной «Катюши». Граффити рисовали 3 дня, художники старались успеть в срок. Теперь на стене пятиэтажного дома на улице Советской изображена знаменитая боевая машина «Катюша», выпускающая залп в небо. Над рисунком надпись «Киров – город трудовой доблести». В годы войны с конвейера завода 1 мая на передовую отправились около 2000 «Катюш». Сначала художник с командой ночью с помощью проектора наносил контуры рисунка, а уже в светлое время его раскрашивали. Делали это с помощью автовышки. Место выбрано Но не случайно, дом находится на развязке, которая ведет на объездную дорогу, поэтому граффити хорошо просматривается всем, кто проезжает здесь мимо. Смысл в этом году в стенах был в том, чтобы, так как у нас 75 лет победы, это год памяти, был признан президентом Владимиром Владимировичем Путиным, и мы решили сделать в военной тематике, то есть вспомнить и чтить историю Великой Отечественной войны. И самое-то главное – это подчеркнуть вклад наших жителей региона во время Великой Отечественной войны. Напомним, первое граффити появилось в Кирове на 168-м доме по улице Советской, как раз напротив «Катюши». На нем изображена девушка, работающая за станком, а над ней военный самолет. Также кировчане уже оценили и другие арт-шедевры художников. Девочку, выпускающую в небо голубей в парке имени Гагарина, танк Т-34 на территории школы номер 59 и другие рисунки. По словам организаторов проекта, граффити на стенах продержатся несколько лет. На них не повлияет ни дождь, ни снег.